Всем привет! С вами Аркадий Цареградцев, и сегодня у нас абсолютно уникальная серия. По трем причинам. Первое. Это не дрэг-рейсинг с Максимом Твардовским. Второе. Это не дорога в дрифт. Тоже, кстати, с Максимом Твардовским. И третье. Это абсолютно классическая серия про BDS, ну не GTR, а VRZ, как 10 лет назад прям. Но в ней не будет ни одного оправдания. Потому что в этом году все сложилось именно так, как и должно было сложиться. Мы чемпионы RDS GP 2022. А еще в этой серии мы с вами разберем машину до винтика и посмотрим, что с ней стало за этот сезон. Точнее, за два сезона, потому что 21-22 год мы ехали на одном спеке без ребилда. Ну, кое-что меняли, вот это как раз я вам сегодня и покажу. И начнем мы с самого явного, то, что бросается в глаза, с внешнего вида. Я каждый этап выезжал на абсолютно идеальной машине, на зазорах, на новом карбоне, и каждый раз, особенно последние два этапа, мне машину просто разносили в клочья. На Moscow Raceway в меня не врезался разве что ленивый. Просто все понавтыкались, машину в клочья разнесли. Ну, думаю, перед Сочи соберу все опять в идеал, на финальчик выкачусь. Ну и недолго музыка играла, в топ-8 Сережа Сак меня выносит в стену. Минус сразу же, передний бампер. Минус фара, который на 370-ку очень сложно найти. Минус крыло, которое еще ударило в дверь. Дверь расшила, и дверь, чтобы открывалась, пришлось ее болгаркой подпилить. Минус вот эта прекрасная карбонка, которая была перед этапом новая только из печки. Минус порог, на который теперь не крепится мой прекрасный порожек, потому что не к чему уже, его просто набили весь за сезон. Минус заднее крыло. И, естественно, с той стороны та же самая история, потому что с двух сторон мне прилетело. Поэтому весь обвес по кругу, включая двери к новому сезону, теперь требуется новый. Первое, что у нас оказалось в доступе, это, конечно же, подвеска. Если в нее никто не прилетает, она проезжает ровно весь сезон. В самом начале года мы ее ставим и в конце года снимаем. Но требует внимания постоянно вот эта шаровая. На нее приходится очень много нагрузки, и она при нынешних нагрузках на подвеску, при нынешнем зацепе, выходит из строя раз в две гонки. Вот ее постоянно и меняем. Стойки ездят вообще сезонами, ничего с ними не становится, потому что пробег у них все равно небольшой. Единственное, что с ними бывает, когда по ним тоже прилетает, сгнется шток, и их приходится ребилдить. Ну или когда у меня задница загорелась, там стойка тоже вся выгорела, пришлось ее отправлять на завод, и ее нам починили. Еще из-за высокой нагрузки
периодически выходят из строя ступичные подшипники. Они на эту машину продаются новыми, никаких проблем с ними нет. В круг стоят 1080 рублей, по-моему, и вот мы их раз в сезон тоже меняем. Обратите внимание, как отпескоструилась арка за два сезона и сколько здесь есть натертостей. У нас, конечно же, не достает колесо до арки при максимальном вывороте, ну, с небольшим ограничением, понятно, если совсем ограничитель убрать, все-таки вот здесь достает колесо. Эти натертости появляются от того, что на колесо во время движения налипают части резины других участников. Вот эти пресловутые червяки, которые еще потом в подкапотку, бывает, залетают, на коллектор падают и горят. Так вот, колесо становится больше, и вот эти все натертости как раз сделаны именно червяками. Потому что если бы такие натертости были именно колесом, меня просто вокруг морды разворачивало постоянно. Поэтому никак с этим бороться не получается, потому что колесо огромное и зазоры везде небольшие. Поэтому придется здесь это все заново покрасить и ездить дальше. У нас в этом автомобиле осталось две запчасти от 34-го Sky. Это вот эта вот огромная батарея интеркулер, кстати, с пчелкой, с мертвой, и насос Гура, электрогур. Насос сдох финально, он в Sky ехал год, и здесь еще 3 года, то есть прослужилось целых 4 года, и сейчас уже руль даже на месте не поворачивается, хотя на ходу никаких проблем нет. А вот этот интеркулер от HKS, он в целом работает неплохо, но надув у нас все равно большой, и когда жарко на улице, все равно не справляется. Интеркулер мы поставим меньше по площади, но значительно толще. И поставим большой турбокит в следующем году для того, чтобы просто дуть меньше. И, следовательно, температура на впуске будет ниже. Значит, мотору будет работать значительно легче. Понятно, что на спирте в целом детонации не бывает. Но от того, что температура впуска высокая, мощность мотора отдает очень плохо. А нам нужно много мощности всегда. Еще небольшая деталь, которая появилась в середине сезона, это вот этот вентилятор от мотоцикла КТМ. У нас главный инженер любит КТМ и говорит, вот тебе, значит, подарок за деньги, правда, со своего любимого мотоцикла. Поставили, он здесь чудесно, кстати, смотрится и очень хорошо дует. Очень мощная штука, кстати. Начало этого года у нас прошло под эгидой борьбы с пожарами в задней части. Одной из причин, как нам казалось, было то, что мы ездили на спирте, и мы решили прямо с начала сезона перейти на обычное топливо, ну, на 109-е гоночное, понятно. И тут же потеряли сразу почти 100 сил и 100 момента. Ну, это фиг с ним, думаю, ладно, мне хватит 900 сил, будем ездить. Еще плюс спирт, он же разъедает всю топливную систему, его нужно постоянно сливать, а вот это гоночное топливо, оно вроде бы как не требовательно к этому. И в итоге у нас на этапе в Мечково просто пропадает нафиг давление топлива, мы вскрываем бак, а вот это топливо, которое не должно разъедать топливную систему, разъело вообще все. То, что не делал никогда спирт, даже губку превратил просто в мусор, который забил все шланги, все фильтры, и машина просто не могла дальше ехать. И нам пришлось прямо на этапе ребилдить всю топливную систему, и мы поменяли вообще все, только бак вот сам остался, корпус его. Что-то выпало. Только бак остался, вот корпус старый. Все остальное сделали новое. Более того, мы в середине сезона перенесли бак, как вы помните, он у нас стоял вот там, для того, чтобы машина очень резко вращалась, и у нее не было никаких маятниковых паразитных движений. В итоге зацепа не хватало нам, и мы бак перенесли прямо в середине сезона в эту часть. У нас появился маятник, но и появился зацеп. То есть машина на разгоне при переносе бака из серединки в эту часть стала быстрее почти на 10 км в час. Естественно, у нее добавился немного маятник сзади, и перекладки приходилось теперь более четко фиксировать ручником, чтобы задница дальше не улетала, чем мне нужно. Но с этим можно жить, это легко побороть, а вот когда у тебя нет скорости, ты ничего не сделаешь, от тебя все просто уезжают. Так вот, перенесли бак и вернулись обратно на спирт, потому что топливная система все равно разрушается, а плюсов у спирта значительно больше. Машина на нем едет холоднее, она едет значительно мощнее. И единственный минус спирта это то, что да, его нужно сливать, но гоночное топливо тоже нужно сливать. И его расход значительно больше. Но зато оно и мощность отдает. Поэтому просто заправляемся каждые 2 круга и едем дальше. Кстати, машина съедает за 2 круга вот такой вот целый бак.
Но в этом сезоне все-таки не обошлось без одного небольшого пожара в Мечково. Вот посмотрите, здесь у нас красочка обуглилась, тормозные шланги немножко обуглились. Но его очень быстро потушили, и больше это не повторялось, поэтому даже здесь ничего не перекрасили, стойку не меняли, тормозные шланги не меняли. Ну, минимум повреждений машина получила. И крыло чуть-чуть внутри обгорело. И удивительно, что больше это не повторилось, хотя газ я жал, и, казалось бы, оно же от того, что колесо вращается, быстро загорается. Ну, как-то меня больше это пронесло. И обратите внимание на подвеску, она выглядит как будто очень старая, как будто ее не меняют там в течение уже нескольких сезонов. На самом деле она такого цвета становится ровно за один этап. И задняя подвеска как раз меняется чаще всего, потому что в нее постоянно кто-то прилетает. Заднее колесо, за ним все охотятся, все в него целятся, и туда направлены все удары от соперников. Более того, я сам периодически вылетаю за пределы трассы, особенно в Мечково люблю это делать, и подвеска задняя гнется. То есть перед ты как-то провозишь, газ жмешь, и морда поднимается, и рулем ты можешь ее отвести от сгинания. А это упирается, естественно, колесом в землю и всю ее выворачивает. Ну вот единственное, что стойки у нас прожили все без замены задние весь сезон, а подвеску мы меняли 3 раза заднюю полностью. А еще у нас сразу же после первого этапа наконец-то появился задний редуктор Winters Performance. Мы его не поставили перед первым этапом, перед Moscow Raceway, потому что запчасти долго едут, никуда это не делось, и их плохо все еще производят, они плохо доезжают, плохо таможатся. Короче, с запчастями есть сложности, лаг почти год составляет сейчас от заказа до получения. И дело не в том, что они только на границе застревают. Сами заводы запчасти очень долго делают. Допустим, сейчас бэкордер на Моск Матек 9 месяцев. Ждите, пожалуйста. Когда отдадим? Да не знаем, когда отдадим. Ориентир 9 месяцев называют. Винтерсы тоже очень долго отдают. Строкер Киты, Брайан Кровер по полгода делают. И обязательно 100% предоплата. Ты просто засылаешь туда кучу бабок и ожидаешь потом. И еще можно таможню встретить потом. А еще могут развернуть, и груз не доедет, и его заново придется отправлять. В общем, целый квест сейчас с запчастями. В общем, мы в этом квесте тоже поучаствовали, и Винтерс пришел только ко второму этапу, и мы его быстро сюда водрузили. Я, если честно, переживал, что будет управляться хуже, чем на блокировке, потому что здесь мы едем на заварке. Блокировка у Винтерса ненадежная, не держит так, как у Сгикен в R200 редукторе. И нифига, оказалось, что даже больше зацепа дает, машиной очень легко управлять, а еще он тяжелый, он сильнее нагружает заднюю ось и зацепа добавляет. А еще зацепа добавляешь ты тем, что подбираешь себе редукцию идеальную под каждую трассу, это делается всего за 15 минут, пожалуйста, 6 болтов открутил, шестеренки поменял, которые нужно, но только единственный набор этих шестеренок нужно иметь, у нас он есть. И все, и хочешь на 3-й передаче, хочешь на 5-й езде. Куча экспериментов доступна тебе, а не только трансфером в коробке ты это меняешь. Поэтому штука очень полезная и, как оказалось, очень надежная. Весь сезон мы проехали без единой поломки. Единственное, что я сломал ухо на МРВ на подъеме, когда ехал за Лехой Вахтиным. Он был значительно меня медленнее, я просто клочами так распинывал, что оно лопнуло пополам. И у нас пришел к этому времени запасной Винтерс, мы просто Винтерс поменяли, а тот починим. В общем, вещь очень классная, надежная, рекомендована. Итак, стоило нам всего лишь на час отлучиться на обед, как с машиной произошло вот это. И вообще она всегда очень быстро разбирается, а вот собирается скрупулезно и долго. Ладно, раз я здесь очутился, покажу вам вот этот потрясающий гурт, который достался нам от Skyline и который проехал с нами 4 сезона. Это эгур от Mercedes-Benz Sprinter, техничка такая, которая у нас в том числе тоже есть. И вот он работал достаточно надежно, и мы использовали всего один эгур. Многие команды ставят их по 2, нагружают свою электросистему и думают, наверное, что от этого у них руль легче крутится. На самом деле нужны просто нормальные настройки передней подвески, которые не заламывают всю систему, и нормально работающий эгур. Не надо их 2 ставить, ну это просто не нужно. Руль прекрасно, легко работает, если у вас все нормально настроено. В следующем году мы, кстати, поедем уже не на нем, а на эгуре от Mini Cooper. Прошу обратить внимание, насколько компактно у нас установлен очень большой турбокит на 1000 сил.
Z-ка не позволяет разместить большие турбины широко. И поэтому мы как раз используем заводской стандартный ЖТРный коллектор. И к нему просто приварились и подключили турбину. Но это было настолько нелегко сделать, что ребята потратили на это неделю. Это было еще, правда, в далеком 21-м году. Она категорически сюда, эта турбина, не встает. А если встает, и ей хорошо здесь, то она упирается в лонжерон. И это кажется, что у Z-ки то там V6, легко все становится. На самом-то деле нифига, у нее V6 это V6, только он без турбин. И сложная эта история была. И если честно, в следующем году у нас здесь должны разместиться турбины еще большего размера. А эта турбина, прошу обратить внимание, иногда даже у нас здесь цеплялась за ограничитель. То есть в кузов упиралась, вот, натерла себе немножко. Поэтому целый квест нам предстоит в следующем году. Ну, в целом, как обычно, каждый год это новый квест с размещением квадратного в круглое. Чем еще хорош VR38? Это тем, что у него с завода стоит очень мощный гоночный генератор. Потому что у 35-го GTR огромное количество потребителей, и всем нужно чем-то питать. Вот, допустим, на GZ стоковый генератор в два раза слабее, чем VR-ный. И поэтому на GZ все покупают какой-нибудь DC Power там, генератор, еще что-нибудь. В Иркутске, я знаю, какие-то ребята гоночные генераторы мотают. Здесь это не требуется, просто заводскую вещь берешь, а еще она очень надежная. Вот она у нас здесь стоит в вечность уже, ничего с ней вообще не происходит. Ездит себе и ездит. Трансмиссию мы используем от Samsonas, называется она RS90. Это заднеприводная трансмиссия, которая держит 1500 сил и 2000 момента. Мы ее открывали в этом сезоне разок, а едем мы на ней уже два сезона подряд. И она внутри как новая. Я как-то научился переключаться в последнее время, делаю это очень мягко и очень быстро, и трансмиссию это вообще никаким образом не разрушает. Там нет выработки, нет никаких следов даже эксплуатации, просто новая вещь. Момент передается через четырехдисковое сцепление OS-Geekin. И меняем мы его раз в 4 этапа. Иногда просто потому, что мне приходит белка, я начинаю истерить, что у меня как-то по-другому работает сцепление, срочно нужна замена. И ребята его достают, а оно в порядке. Ну, посинело чуть-чуть. Вообще сцепление можно убить всего за одну гонку, если его неправильно эксплуатировать и очень долго держать в полувыжатом состоянии. Я знаю очень много гонщиков, которые педаль до конца не отпускают. У меня вообще на эту тему у самого даже целый бзик есть. Я всегда проверяю, точно ли я ногу со сцепления убрал. А ты в заезде же, когда едешь, не можешь ее убирать с педали, потому что иначе ты долго будешь ее туда возвращать, и момент, когда тебе нужно работать со сцеплением, просто проспишь. Вот. Но придерживать педаль сцепления ни в коем случае нельзя. И вообще на наших всех гоночных машинах у нас педаль берет после середины, то есть ближе к верху. Это значит, если ты хотя бы чуть-чуть нажал, значит у тебя сцепление тоже в этот момент стирается и нагревается. Ну так вот, 4 гонки сцепление точно живет, а потом уже в зависимости от моей истерики оно либо меняется, либо продолжает ехать дальше. Нельзя сказать, что прошедший сезон был каким-то особенным. Он пришелся для техники таким же изнуряющим, как и все остальные. Но что удивительно, для других команд я смог проехать на своем моторе целых 2 года, совсем не скромничая с педалью газа, в то время как некоторые гонщики меняли по несколько моторов за этап. Мы же за 2 года даже свечи не выкручивали ни разу. Вскрытие показало, что у нас есть натертость на распредвалах из-за использования дреговых жестких пружин клапанов. Валы под замену. ГБЦ требует замены клапанов, направляющих пружинок, то есть полный ребилд. Сама же тушка ГБЦ в порядке. В цилиндрах есть небольшие царапины и эллипс. На кольцах же зазор сохранился в пределах нормы. Блок под замену. Он не гильзуется и не растачивается под ремонт. Коленвал же в безупречном состоянии, хоть в новый мотор ставь. Итого мы имеем хоть и потертый оборотами и нагрузками, но все еще полностью исправный мотор за 2 полных сезона. А это 14 этапов и 6 промо-выездов. Отличный результат, который достигается высоким профессионализмом сборки команды и только лучшими и дорогими запчастями. Около 8 миллионов рублей за двигатель – цена нашего полного технического спокойствия.
На автору за эту сумму можно было бы купить 2-3 стокзетки, чтобы потом опять не удержаться и начать строить из них гоночные машины. Вы только что посмотрели краткий экскурс на тему, как не съездить зимой в отпуск и потратить много миллионов рублей. Но на самом деле это тоже интереснейшая часть процесса, потому что ты сначала гоняешь гонки, точнее сначала строишь, потом испытываешь то, что построил в гонках, потом это разбираешь, изучаешь, понимаешь, что тебе надо еще инвестировать, куда инвестировать и зачем это все нужно. На следующий сезон мы готовим мотор на 1500 сил. Будем его, естественно, испытывать на себе, потому что эксперимент – это всегда очень интересно, захватывающе, правда, не всегда приводит к нужному результату. Но так как у нас теперь есть гандикап в виде чемпионства, можем себе это позволить, если что, у нас будет классная отмазка. Ну а что, зато у нас самая мощная дрифтовая машина в мире. Поэтому продолжаем экспериментировать на себе и до встречи на разгоне. Show you ain't gangsta in your whole city, no. For really though, what silly hope would be missing like me and Bun Diddy.